Калі б вы выбіралі дэпутата па фотаздымку, якая дэталь мусіла б у яго быць, каб вы за яго прагаласавалі? Я понял. Наверное, барада, смотря на меня. А не вусы? Не, не вусы. Барада. А чаму не вусы? На мой взгляд, усы – это уже немножко прошлый век. А яким мусіць быць кандидат, каб вы за яго прагаласавалі? В первую очередь, он должен быть ответственным, и он должен это показывать. То есть это должен быть человек, на которого можно будет положиться. Вы вот як про меня говорите? Просто вот все вот эти слова вот реально про меня. А вы избираетесь? Покуль не, але я подумываю, может, на наступных выборах. Ну, может, если у вас будет предвыборная кампания хорошая, там, я ознакомлюсь с вашими планами. А какая добрая предвыборная кампания? Лукойл хорошая кампания? Ну, я не знаю, если честно. А вы бы проголосовали за меня? За вас? Нет, вряд ли. Але вы ничего ж не разумеете у экономицы. А вы думаете, все кандидаты разумеют? Я бы хотела, чтобы большинство разумело. Нам сегодня это крайне важно. Нам сегодня нужно, вы понимаете, 21 век. Нам крайне важно. А вы понимаете, журналистов там должно быть как можно меньше. Ну, я прописанный за межами Минска. А ехать туда, как проголосовать, это бываю, уже раз на полгода. Вот про таких, как вы, и обирают абы кого у наши местные советы. Вы разумеете это? Так там и так абы кто есть. За кого бы из этих двух кандидатов вы проголосовали? Вот, ну, покажем себе. Ну, вот этот вот. Вот это? Вот, да. Федор Подлесный его зовут. А это чему не подобается? Не знаю. Скажите, а у кандидата обязательно мусят быть вусы, как и он выиграл? Ну, желательно. Желательно. Это 90% да, успеха. 88. Да. 82. Да. Видите, коли ласка фразу. Выборы, выборы, депутаты... Фу. Ну не все ж. Не, лишь что, амаль все. Что кандидат мусит вам пообещать, как вы за его проголосовали? Принцип продуктивность человеческой личности. Все. Скажите, а вы бы за меня проголосовали? Ну, не хочу вас обижать. Проголосовал бы, да. Дякую. За то, что вы такие вопросы задаете. Вы первый человек, который за меня проголосовал. Давайте с вами вот, ну... Ну, селфи давайте. На будущее, с будущим депутатом, коли-небудь, про 10 годов.